приветствую вас на канале Повязушки с Танюшкой. Сегодня я предлагаю вам связать вот такую жилеточку. Данную жилеточку я вязала для мамы на размер 54-56. Связана она вот таким узором. Если вам понравилась данная моделька, то давайте ее вместе с вами свяжем. Для вязания такой жилетки я буду использовать вот такую пряжу. Пряжа Yarnart Violet, здесь 50 грамм в мотке и 282 метра. Пряжа хлопковая и вот такая пряжа, сейчас ее нет в производстве. Газал Riva Lurex, здесь 50 грамм 245 метров. В этой пряже 90% вискозы и 10% люрекса. Буду вязать в два сложения ниточки, то есть я возьму одну нить с этого мотка и одну нить с этого мотка. Вы можете взять любую подходящую пряжу по метражу, соединить два моточка, либо же взять один моточек пряжи толщиной где-то в 100 граммах 280-260 метров. Либо же взять мотки 50 грамм 130 метров. Итак, для начала вязания мы вяжем с вами образцы. Образец я вязала именно узором, раппорт высоту узора. Измеряем плотность. У меня получается в одном сантиметре 1,88, одна петля 88, и вверх в одном сантиметре 3,08. Далее измеряем ширину жилетки. Я брала обхват бедер, ну и прибавляла где-то сантиметра 4. Получается на 54 размер обхват бедер 116 плюс 4, получается 120 сантиметров. Умножала на свою плотность, получала 226 петель. Если сложить все раппорты, а это получается в раппорте у нас 8 петель, под раппорты выходит 216 петель. Плюс мы берем 4 петли для симметрии рисунка. Мы будем 2 петли провязывать в начале и 2 петли в конце. И плюс 2 петли кромочные. Всего получилось у меня 222 петли. Для вязания резинки нам нужно четное количество петель. То есть вот 222 петли и плюс 1 петля для симметрии резинки. Получилось, что нужно набрать для начала 223 петли, провязать резинку и затем для узора уже убавить одну петлю. Мы будем набирать итальянским набором. Вы можете набирать любым способом, удобным для вас. Я буду набирать итальянским. Провяжу 2 ряда полых и далее 15 рядов резинкой 1 на 1. Набор я буду делать и вязать резинку спицами номер 3,5, а основное полотно я буду вязать уже спицами номер 4. Ну и давайте приступим. На спице номер 3,5 нам нужно набрать итальянским набором 223 петли. Я уже провязала и резинку, и часть основного полотна, поэтому я вам покажу, как вязать раппорт рисунка уже на нескольких раппортах, чтобы мне не вязать все полотно еще раз. Итак, приступаем. Я буду набирать сейчас 2 раппорта рисунка, плюс 4 для симметрии и 2 кромочных. Первую петельку делаем закрепительную и далее набираем петли итальянским набором. И последнюю петельку делаем обычным классическим способом. Далее переходим на вязание первого полого ряда. Первую петельку мы снимаем. Первая петля у меня идет изнаночная, поэтому вывожу ниточку на лицо и снимаю изнаночную петлю, не провязанную. Далее лицевую провязываем петельку. Следующую петельку изнаночную тоже снимаем. Лицевую я провязываю, изнаночную снимаю. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю.
и так до конца. В конце у меня тоже изнаночную я снимаю, и кромочную я провязываю изнаночной. Переворачиваем вязание, второй полый ряд, вяжем точно так же. Первую петельку кромочную я снимаю. Далее у меня идет лицевая петля уже, я ее провязываю. Изнаночную снимаю, не провязанную. Нить у нас получается на лице. И далее переходим на вязание резинки 1 на 1. Вяжем 15 рядов. Здесь мы уже будем провязывать лицевую и изнаночную. Первую кромочную я снимаю. Далее идет изнаночная петля. Мы ее провязываем изнаночной петлей. Далее лицевая. И так далее. Вяжем самостоятельно 15 рядов резинки 1 на 1. Провязав резинку 15 рядов, вяжем 16 ряд изнаночными петлями и не забываем убавить одну петлю. Всего у нас было для резинки 223, нам нужно сделать 222. Все петельки мы вяжем изнаночными. И вот можно вот следующие петельки изнаночную лицевую провязать вместе с изнаночной петлей. И далее провязываем петли изнаночными. Итак, провязав изнаночный ряд, теперь мы будем переходить на вязание основного узора. Для этого нам нужно сменить спицы номер 3,5 на спицы номер 4. Схема рисунка у меня вот в таком варианте. Схему я нашла в интернете, я могу вам ставить фото данной схемы и модель жилетки, которую я нашла. Но я связала совершенно другой вариант жилетки, используя данный узор. Для себя я нарисовала вот такую схему, вы можете сделать скриншот и вязать уже по ней. Либо же поставить на паузу и перерисовать. Обозначения здесь простые, кружок это накид. Вот эта стрелочка вверх, это я провязываю 3 вместе с центральной петлей. Далее вот эта буквочка Т с наклоном сюда, мы вяжем 2 вместе с наклоном в правую сторону. Вот эта буквочка Т, 2 вместе с наклоном в левую сторону. По схеме все идет так, как и нарисовано. Вот этих 2 петли у нас для симметрии рисунка, мы их провязываем. И далее вяжем, повторяя вот этих 8 петель. И в конце у нас останется также этих 2 петли провязать для симметрии. Мы видим, что у нас в этих 2 петлях с этой стороны в 9 и в 15 ряду здесь накид, а здесь 2 вместе с наклоном влево. Здесь 2 вместе с наклоном влево. Здесь я пометила. Мы вяжем 15 ряд, провязав 2 петли для симметрии, затем 8 вот этих петель. Это у нас будет 3 вместе с центральной петлей. Будем повторять до конца. И в конце, уже последний раппорт, когда мы будем вязать, мы провяжем не 3 вместе, а 2 вместе с наклоном вправо. И довяжем 2 лицевые петли. Сейчас я вам все покажу, как провязывать каждую петельку. Я взяла спицу номер 4. На этой у меня все так же 3,5. И приступаю к вязанию. Первый ряд мы вяжем 1 кромочная, мы ее снимаем. Далее 2 лицевые петли. Далее 3 лицевые, уже раппорт рисунка. Накид, 2 вместе с наклоном влево. Три лицевые
И раппорт рисунка повторяем. Снова вяжем 3 лицевые петли. Делаем накид и провязываем 2 вместе с наклоном влево. И 3 лицевые. Итак, чередуем раппорты рисунка. И в конце провязываем для симметрии 2 лицевые и кромочная изнаночная. Итак, переставляем вторую спицу с номера 3,5 на 4. И переходим к вязанию изнаночного ряда. В изнаночном ряду мы вяжем все петельки изнаночными. И во всех четных рядах все петли будут провязываться изнаночными. Переходим к вязанию третьего ряда. Первую кромочную петлю мы снимаем. Далее вяжем 2 лицевые петли для симметрии. И переходим к вязанию раппорта рисунка. Провязываем 1 лицевая, 2 вместе с наклоном в правую сторону. Провязываем, захватив 2 стенки 2 петель. Делаем накид, провязываем 1 лицевую, она у нас идет под накидом первого ряда. Далее делаем накид, провязываем 2 вместе с наклоном влево. Для этого переснимаем 2 петли за переднюю стенку и провязываем их лицевой. И 2 лицевые петли. И раппорт рисунка повторяем. 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые. Так чередуем все раппорты и в конце провязываем 2 лицевые петли и кромочную провязываем изнаночной. Четвертый ряд вяжем изнаночными петлями. Переходим к вязанию пятого ряда. Первую кромочную петельку мы снимаем. Далее провязываем 2 петли для симметрии лицевыми. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые петли. Накид. 2 вместе с наклоном влево. И 1 лицевая. И раппорт повторяем. 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая. Чередуем раппорты, в конце провязываем 2 лицевые петли и кромочную провязываем изнаночной. Шестой ряд вяжем изнаночными петлями. Переходим к вязанию седьмого ряда. Первую петельку кромочную снимаем. Провязываем 2 лицевые. И переходим к вязанию раппорта рисунка. Провязываем 2 лицевые петли. Делаем накид. И нам нужно провязать 3 вместе с центральной петлей. Для этого переворачиваем за переднюю стенку эту петлю, переснимаем. Следующую петлю переснимаем и поддеваем с изнаночной стороны первую петельку. Аккуратно снимаем спицу и поддеваем среднюю петельку. Провязываем 2 петли вместе лицевой и петлю, которая на спице, накидываем на провязанную. Вот таким образом. Делаем накид и провязываем 3 лицевые петли. Раппорт рисунка повторяем. 2 лицевые, накид, переснимаем 2 петли, поддеваем первую петельку с изнаночной стороны, снимаем спицу и подхватываем эту вторую петельку. 2 петли на спице провязываем лицевой и снятую набрасываем на провязанную. Накид, 3 лицевые петли. Повторяем раппорты рисунка до конца. И в конце 2 лицевые и кромочная изнаночная.
Восьмой ряд вяжем изнаночными петлями. Переходим к вязанию 9 ряда. В 9 ряду у нас идет накид. Значит, мы первую петельку снимаем, провязываем одну лицевую, делаем накид и далее провязываем 2 вместе с наклоном влево. Провязываем 6 лицевых петель. Делаем накид и раппорт рисунка повторяем. Провязываем 2 вместе с наклоном влево. 6 лицевых. Накид. И так чередуем раппорт рисунка. В конце у нас остается 3 петельки. Мы провязываем 2 вместе с наклоном влево. 1 лицевая и кромочную провязываем изнаночной петлей. 10 ряд вяжем изнаночными. Итак, переходим к вязанию 11 ряда. Первую петельку кромочную мы снимаем, провязываем 2 лицевые петли. Далее делаем накид и провязываем 2 вместе с наклоном влево. 3 лицевые петли. 2 вместе с наклоном вправо, накид и 1 лицевая. И раппорт рисунка повторяем. Накид, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2 вместе с наклоном вправо, накид и 1 лицевая. Так, повторяем раппорт рисунка, и в конце у нас 2 лицевые. И кромочная. 12 ряд вяжем изнаночными петельками. Переходим к 13 ряду. Первую кромочную снимаем. 2 лицевые петли. 1 лицевая. Накид. 2 вместе с наклоном влево. 1 лицевая. 2 вместе с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые. И повторяем раппорт рисунка. 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид и 2 лицевые петли. Повторяем раппорт рисунка и в конце провязываем 2 лицевые петли и кромочную петлю. Провязываем 14 ряд изнаночными петлями. Итак, переходим к вязанию 15 ряда. Первая петля кромочная. Далее провязываем 1 лицевую. Провязываем 2 вместе с наклоном влево. 1 накид. И провязываем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и провязываем 3 вместе с общей вершинкой, с центральной петлей. Для этого 2 переснимаем, поддеваем с изнанки первую петлю, спицу опускаем, подхватываем петельку, провязываем 2 вместе лицевой и набрасываем петельку на провязанную. И повторяем раппорт рисунка. Накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Также провязываем 3 вместе с центральной петлей и так чередуем. У меня же это получается конец вязания, поэтому я делаю накид. Провязываю 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые и кромочная. 16 ряд вяжем изнаночными петлями. Вот так смотрится рисунок. И теперь вяжем самостоятельно
полотно вверх, чередуя все ряды с 1 по 16. Я буду вязать полотно вверх где-то примерно 42 сантиметра от начала резинки. Итак, провязала я полотно высоту вверх. Получается, вместе с резинкой у меня получилось на данный момент 42 сантиметра. Сейчас я до вывязывания проем провяжу еще пол раппорта рисунка, это 8 рядов, и начну делать убавки на V-образную горловину, на вырез. Как я буду делать убавление, сейчас я вам покажу. Но для начала мы сделаем с вами расчеты, в каких рядах мы будем делать эти убавления. Провязанными у меня получилась резинка и 6,5 раппортов рисунка вверх. Вот сейчас я провяжу еще пол раппорта и затем уже будем вывязывать с вами пройму. Итак, вот на схеме я отметила себе, что я провязала 42 сантиметра вот до этого места. И сейчас мы будем делать убавление на вырез. Провяжем сначала 8 рядов пол раппорта и затем будем делать убавление на горловину и на пройму. Для начала, чтобы провязать и сделать вот здесь убавление, нам нужно рассчитать, сколько же сантиметров вверх нам нужно провязать, делая убавление на V-образную горловину. Для этого сначала мы считаем, сколько у нас всего петелек на спице. Помним, что у нас 120 сантиметров, 60, получается, сантиметров пойдет наперед и на спинку 60. Получается плотность 1,88, это всего 226 петель. Мы с вами рассчитывали, что это 216 под раппорты рисунка, плюс 4 петли для симметрии и плюс 2 кромочные. Получилось 222 петли у нас всего на тело. Делим таким образом петельки, чтобы у нас было четное количество петель спереди и по спинке, поэтому я взяла на перед 110 петель, а на спинку 112 петель. Мы сейчас будем работать с вами спередом, поэтому берем 110 петель. Значит, на одну полочку 55 петель и на вторую 55 петелек. Вот этих 8 сантиметров мы будем вязать все так же поворотными рядами, не разделяя на перед и спинку, будем вязать одним полотном. Для себя это мы делаем, чтобы в дальнейшем, уже когда дойдем до проем, нам было понятно, сколько же здесь у нас петелек всего. На данном этапе, чтобы не сбиться, нам можно вот здесь отсчитать 55 петелек, прикрепить маркировок, чтобы мы знали, на каком месте у нас отделены полочки от спинки. Потому что мы сделаем с вами убавление, и здесь уже у нас на этом этапе, когда мы дойдем до вывязывания проем, уже не будет 55 петелек. На вывязывание проймы у нас уйдет с одной стороны 6 сантиметров и по спинке 6 сантиметров. Мы рассматриваем одну сторону 6 сантиметров. Это получается с этой стороны, с лицевой, у нас убавится 11 петель для закрытия проймы. На плечо я беру 12 сантиметров, хотя плечо само шире. Я это делаю с учетом того, что здесь будет еще надвязана резиночка, и за счет резиночки будет также ширина плеча. Поэтому я беру 12 сантиметров, это 23 петельки. Соответственно, на вторую сторону то же самое. И по спинке 24 сантиметра я беру для того, чтобы потом нам тоже вывязать планку. И вот эта резиночка не шла внахлёст на шею сильно так, а была более гармонична с изделием. Итак, получается у нас здесь по спинке 44 петельки, а по переду 42 петли. Значит, нам нужно убавить на вот этот вот скос 21 петлю с этой стороны и 21 петлю с этой стороны. Таким образом, мы считаем, сколько же нам нужно провязать рядов, делая вот этот скос. 8 рядов до проймы, и пройма у нас будет 22 сантиметра. Можно взять больше по желанию, смотрите уже сами. Я возьму 22 сантиметра. Получается, что 22 сантиметра у меня 68 рядов. Я прибавляю к этим рядам еще 8 рядов до проймы. Получаю, что за 76 рядов нам нужно сделать вот этот скос, то есть убавить 21 петельку. Поэтому 76 мы делим на 21, у нас получается, что где-то в третьем, в четвертом ряду будет у нас идти убавление. И убавление мы будем делать только вот с этой стороны, вывязывая вот эту полочку. И вот с этой стороны, вывязывая вот эту полочку. Для себя я пометила, что сначала у меня будут идти убавления в каждом третьем ряду, начиная с первого, потому что мы видим, что здесь у нас уже начинает
убавляются петельки. Первый, третий по 30. И затем уже в каждом четвертом ряду до 72. И 4 ряда я провяжу без убавлений. Поэтому сейчас мы прикрепляем, отсчитываем по 55 петель и прикрепляем маркировочки, отделяющие перед от спинки. И затем начнем с вами вывязывать горловину. Я покажу, как мы делаем убавление. Итак, показываю еще раз схему. Получается, я довязала до 8 ряда, провязав 8 ряд. И сейчас с 9 ряда мне нужно будет делать вырез горловины. То есть скос на горловину. В 9 ряду у нас идет 2 петли для симметрии. И здесь у нас еще одна дополнительная петля кромочная. Так получается. Поэтому мы сейчас будем с вами, вывязывая, соблюдать рисунок и делать убавление. То есть первую кромочную мы, как обычно, с вами снимаем. Далее у нас идет одна лицевая. Мы ее так и будем провязывать. Далее у нас идет здесь прибавление и убавка. Нам не нужно оставлять равное количество петель, нам нужно из этого убавить петлю. Поэтому мы накид делать не будем, а провяжем 2 вместе лицевой. Таким же образом петельки снимаем и с наклоном влево провязываем 2 вместе. Итак, провязываем 9 ряд до конца, повторяя рапорты рисунка. И в конце сделаем убавление на скос с другой стороны. Итак, в первом ряду убавлений, получается, я довязала, сделала 2 вместе с наклоном влево. Провязала 6 лицевых петелек. Вот здесь остановилась. Далее нам нужно по схеме было бы делать накид. Провязывать 2 вместе с наклоном влево и 1 лицевая. Так как нам нужно здесь сделать убавление, и убавление будет идти вот таким образом на скос, мы провяжем 2 вместе не влево, а вправо. То есть от этой стороны мы провяжем 2 вместе с наклоном в правую сторону, 1 лицевую и последнюю петельку провяжем кромочной петелькой. И таким образом мы в первом ряду сделали с вами убавление с двух сторон. Далее вяжем второй ряд изнаночный, не делая убавления. И далее по тому, как мы отметили с вами убавление, будем делать убавление. Я себе все-таки изменила ряды на четные, дабы не путаться и делать убавление только в четных рядах. Так будет удобнее делать сразу убавление с двух сторон в лицевом ряду. Значит, я себе пометила, что в первом я уже убавление сделала. В третьем мы будем делать точно так же. Вначале будем провязывать с вами кромочная, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево, а в конце будем провязывать 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая и кромочная петля. И так далее. Сделаем самостоятельно убавление в третьем ряду, в седьмом провяжем 8 ряд изнаночный, и затем будем делать убавление на скос горловины и также сделаем убавление на пройму. Вяжем самостоятельно 8 рядов. Итак, провязали мы 8 рядов, делая скос для выреза горловины. И теперь будем переходить на вывязывание пройм, отделение полочек от спинки. И для начала сделаем небольшие расчеты. Мы с вами сделали убавление в первом, в третьем и седьмом ряду. И далее будем также убавлять петельки для выреза горловины. И плюс ко всему мы дошли вот до этого момента. Сейчас будем отсюда уже делать пройму. Нарисуем примерную пройму. Вот эта часть, которую мы должны убавить, часть петель, у нас получается 6 сантиметров с одной стороны. И по спинке будет точно так же. И с вот этой стороны будет также идти 6 сантиметров. Если перевести в петли, 6 сантиметров это 11 петель. Так как это небольшое количество петель, я делю эту часть на 3. Получаем 3 петли, 3, 3. И на первую часть я добавляю еще 2 петли. Вот этих 5 петелек это будет у нас первое закрытие. Поэтому для себя расписываю. Первый ряд, закрытие 5 петель. Второй ряд у нас будет провязанный без убавлений. Третий ряд,
у нас будет делиться на двойки. Всего у нас 3 петли, значит, будет идти одно убавление из 2 петель. Третий ряд мы убавим 2 петли. Одна петля здесь осталась, мы ее перекидываем вот сюда. Здесь получается 4 петельки. Мы будем убавление делать по одной петле. Чтобы нам рассчитать, в каком ряду делать убавление, и чтобы они получались равномерно, нам нужно сделать следующее. Так как у нас здесь 6 сантиметров, то вверх мы также откладываем с вами 6 сантиметров. Если перевести этих 6 сантиметров в ряды, то мы получим 18 рядов. Вот за этих 18 рядов нам нужно сделать вот эти все убавления. Первый ряд у нас 5 петель, второй ряд без убавлений, третий ряд 2 петли, четвертый ряд у нас без убавлений. И всего у нас должно быть 18 рядов. Расписываем пятый ряд, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый ряды. У нас идет 4 раза нужно убавить по одной петельке. За получается 12 рядов. Это где-то получается через 3 ряда. Отсчитываем. 1, 2, 3. Значит, в седьмом ряду мы убавим одну петлю. Снова 1, 2, 3. В одиннадцатом ряду одну петлю убавим. Снова 1, 2, 3. В пятнадцатом. И остается у нас 1, 2, 3. Мы, значит, убавление сделаем в изнаночном 18 ряду одну петлю. И далее все последующие ряды. Всего у нас 22 сантиметра, это получается 68 рядов. Значит, остальные 50 рядов мы будем вязать просто прямо без убавлений. Таким образом, мы начинаем убавление в первом ряду. Мы как раз с вами дошли до этого момента. Мы будем начинать сейчас раппорт рисунка с первого ряда вязать. И получается, здесь мы будем делать первое убавление 5 петель. А с этой стороны для скоса горловины мы будем делать также убавление из одной петли. Это у нас будет первый ряд. Так как мы восьмой ряд провязали изнаночным, девятым мы должны делать убавление. Я себе вот сверху над этими убавлениями пометила, чтобы мне было понятно вязание в схеме. Убавки у нас все расписаны по рядам, начиная с первого ряда. Вот здесь у нас был первый ряд. Я наверху написала, какой это будет ряд по схеме. То есть первый ряд схемы, пятый, седьмой, одиннадцатый, тринадцатый. Всего у нас в схеме 16 рядов. Здесь у меня получается уже убавление в первом ряду снова схемы, третий, седьмой и так далее. Здесь тоже можно себе будет отметить. У нас всего 16 рядов. Значит, здесь у нас будет в раппорте первый и второй ряд рисунка. Значит, во втором ряду мы будем делать убавление. Ну и давайте начнем с вами. Я покажу, как мы делаем первое убавление, а затем следующее убавление вы сделаете самостоятельно. Итак, вначале мы делаем первую петельку, снимаем, следующую петлю провязываем лицевой. И здесь делаем убавление 2 вместе с наклоном в левую сторону. Далее вяжем по рисунку. Здесь у нас должно быть провязано 6 лицевых. До 6 лицевых у нас должно быть провязано накид 2 вместе. У нас не получается их провязать, поэтому я провязываю эту одну петлю, которая у нас осталась, и провязываю 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее по рисунку. Накид, 2 вместе. И 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова накид. 2 вместе с наклоном влево. 6 лицевых. 1, 2, 3,
4, 5, 6 накид, 2 вместе с наклоном влево, 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, снова накид, 2 вместе, и довязываем все петельки. Последнюю петлю мы с вами снимем не провязанной. 2, 3, 4, 5, и эту петельку снимаем не провязанной. Далее переворачиваем вязание, и в этом ряду получается, так как в лицевом у нас не получится сделать убавление, мы будем делать убавление во втором ряду. Первую петлю мы снимаем, вот эту петельку с ниточкой снимаем, и первую набрасываем на петельку с ниткой, это первое убавление. Далее провязываем петельку изнаночной, второе убавление. Третье. Четвертое. И пятая петля. Все, сделали убавление. Далее вяжем ряд до конца изнаночными петлями. Себе отмечаем, что мы сделали убавление в девятом. И здесь отмечаем, что мы сделали убавление во втором, то есть изнаночном ряду. Первый ряд убавлений сделали. Следующий мы будем делать сейчас в третьем ряду. То есть точно так же мы провяжем третий ряд, убавку сделаем в четвертом изнаночном ряду в начале. Итак, следующий ряд получается, которым будем вязать третий для выреза проймы и одиннадцатый ряд для выреза горловины. Я буду ориентироваться все-таки по горловине. Мне нужно будет провязать всего 76 рядов для выреза горловины, так как нам надо делать убавки по горловине больше по рядности, то я буду следить за этими рядами. В одиннадцатом ряду мы не делаем на вырез горловины убавления, будем делать только на вырез проймы в следующем, в изнаночном ряду. То есть этот ряд мы вяжем по рисунку, третий ряд рисунка. Все вот эти петельки до накида, оставив 2 петли, мы вяжем без изменений. Всего получилось у нас кромочная и 7 петель лицевых. Далее мы провязываем 2 вместе с наклоном вправо, делаем накид, провязываем 1 лицевую, накид и 2 вместе в левую сторону. Далее вяжем, получается, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, и повторяем раппорт рисунка. Снова 3 лицевых, и повторяем. Снова 3 лицевых, так до конца. Довязали мы вот до этого места. У нас получается здесь в изнаночном ряду нужно будет добавить 2 петли. Одну петлю нам нужно оставить не провязанной, поэтому мы с вами можем провязать только 2 вместе. С наклоном вправо сделать накид. И вот эти 2 петельки провязать просто лицевыми петлями. Вот эту петлю снимаем. Переворачиваем вязание. И также убавляем 2 петельки. Первую снимаем без нитки, следующую с ниточкой. И набрасываем первую петлю на вторую. Следующую также провязываем изнаночной петлей. И сбрасываем первую на провязанную.
И далее вяжем без изменений изнаночный ряд. Далее, провязав 12 изнаночный ряд, в 13 ряду у нас будет также идти убавление на скос горловины. Здесь мы будем вязать уже по пройме без изменений. Последнюю петельку мы будем уже провязывать просто кромочной петлей изнаночной. Здесь мы отмечали себе, что мы будем убавлять эту петельку в 7 ряду. Можно ее убавить также с изнаночной стороны, получается в изнаночном ряду. И так далее. Вяжем самостоятельно, делая все убавления по пройме. Далее вяжем ровным полотном вверх. И здесь также вяжем до 71 ряда включительно, делая убавление на вырез горловины. Итак, провязала я 72 ряда, сделала все убавления. Осталось провязать мне 4 ряда. Этих 4 ряда я возьму для небольшого скоса плеча. Сейчас на спицах у меня 23 петельки. Я разделила петли на 7, 7 и 9 и провяжу 4 поворотных ряда. Первый ряд я буду вязать, оставив непровязанных 7 петель, затем изнаночный ряд, второй, третий ряд 9 петель и изнаночный ряд. И потом закроем все петельки. Прикрепила я маркировочки. Здесь 7 петель, здесь 7 петель и здесь 9 петель. Буду я вязать по рисунку, вы можете вязать просто лицевыми петлями, как вам удобно. Довязываем до вот этого маркера. Снимаем маркер, переворачиваем вязание. Делаем накид и петельку с ниточкой снимаем и подтягиваем. Образуется вот такая двойная петля. И далее вяжем изнаночный ряд. Провязали 2 ряда. Теперь довязываем вот эти петли до маркера. Также маркер снимаем, вязание переворачиваем, тоже набрасываем ниточку и снимаем петлю, подтягиваем. Получается двойная петля. И провязываем все петли до конца. Это будет 4-й ряд. И в следующем ряду делаем закрытие петель. Я делаю обычным способом, вы делаете тем способом, который вам удобен. Каждую петельку я буду провязывать лицевой и набрасывать первую на провязанную. Петли не стягиваем. Двойную петлю провязываем также лицевой петлей. Снова двойная петля, провязываем лицевой. Ниточку вытягиваем и в эту петельку протягиваем хвостик и обрезаем и затягиваем. Вот такое плечо у нас получилось с небольшим скосом. Вот так выглядит у нас пройма. И скос горловины. Сейчас самостоятельно вяжем по аналогии вторую полочку. По спинке делаем такие же убавления на пройму
Я провяжу определенное количество рядов и затем вам скажу, сколько я провязала, и убавим, и сделаем вместе с вами убавки для выреза горловины. Когда вы будете провязывать вторую часть, вторую полочку, нужно перекинуть петельки на спицу таким образом, чтобы начало спицы было вот с этой стороны, и будем провязывать первый ряд, это получается 9 ряд, и закрывать сразу 5 петель для проймы. И затем будем вязать по аналогии. Сразу в 9 ряду мы будем закрывать петли на пройму и на скос. Затем переходим на вывязывание спинки и вяжем вверх точно так же, как мы вязали полочки. Делаем убавление только на пройму с одной и со второй стороны. С одной стороны мы будем делать в лицевых рядах убавки, со второй стороны, с изнаночной стороны убавки. Сделаем все убавки и вяжем вверх. Всего я провязала 72 ряда. И сейчас будем делать убавление на горловину и затем сделаем скос плеча. Я сделала вот такие небольшие расчеты. По спинке у нас получается осталось 90 петелек. По 23 петли у нас пойдет на плечи. И на горловину останется 44 петельки. Горловину нам нужно убавить за наименьшее количество рядов, дабы она была не слишком глубокая. Я определилась тем, что на убавление горловины понадобится 6 рядов, это где-то 2 сантиметра. Вывяжем сначала горловинку и затем приступим к вывязыванию скоса плеча. Вот как раз спинка должна быть длиннее переда на 2 сантиметра. У нас и получится за счет того, что мы сейчас провяжем лишних 6 рядов. Одну часть горловины, 22 петли, я разделила на 2, получается по 11 петель, значит 11 петель будет центральной убавкой, я себе сюда написала, затем прибавила одну лишнюю петлю, так как нам нужно всего за 6 рядов убавить эти петли, значит первое убавление это будет 12 петель, следующий изнаночный ряд, второе убавление, 11 мы делим на 2, на 2 убавки, это будет по 5 петель, и одну лишнюю петлю я перекинула сюда. Значит, в центре мы убавим с вами 24 петли, и затем в каждом четном ряду будем убавлять по 5 петель. Для этого я отметила центральных 24 петли, которые будут закрываться, и здесь у меня с одной и со второй стороны осталось по 33 петли. Провязываем самостоятельно 33 петли, затем продолжим с вами делать убавления. Убавлять центральные петли я буду провязывать петельки лицевыми и делать убавление. Снимаем маркер. Нам нужно убавить все центральные петли, 24 штучки. Провязываем первую петлю, следующую петлю и первую набрасываем на провязанную. Первое убавление. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. И так далее. В конце сделали мы 23 убавления, провязываем вот эту петельку и остается у нас вот эта петля. На спице это будет петля вот этого плеча. Далее провязываем петли по рисунку. Довязываем ряд. В изнаночном ряду вяжем все петли изнаночными и одну петельку оставляем не провязанной. В следующем ряду убавляем 5 петелек с этой стороны. Снова провязываем изнаночный ряд. Также в лицевом убавляем 5 петелек. И затем делаем скос плеча точно так же, как мы делали на полочке. Убавляем в 75 ряду 5 петель. Первую петельку снимаем. Следующую с ниточкой снимаем и набрасываем первую на петлю с ниткой. Первое убавление, второе, третье, четвертое и
пятая. Провязываем ряд до конца, вяжем изнаночный и делаем в следующем лицевом ряду точно такое же убавление из 5 петель. Теперь делаем скос плеча. Вот с этой стороны нам нужно провязать укороченные ряды. То есть сначала мы не довязываем 7 последних петель, делаем разворот, затем провязываем изнаночный ряд и следующий ряд провязываем первых только 9 петель, делаем разворот и провязываем изнаночный, и затем закрываем петельки, провязываем все петли. Делаем разворот, снимаем петельку с накидом и подтягиваем. Провязываем изнаночный ряд. 80-й. В 81-м ряду мы провязываем только 9 петель. Первая петля. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Также делаем разворот, снимаем петельку с накидом и довязываем изнаночный ряд. 82-й. В 83-м закрываем все петли, провязывая их лицевыми. Вытягиваем ниточку и хвостик отрезаем. Вот так у нас получилось на данный момент. Со второй стороны будем делать точно так же. Лицевой ряд у нас провязан, поэтому сейчас переворачиваем вязание. Присоединяем нить и с изнаночной стороны, со стороны горловины, провязываем изнаночный ряд. Чтобы не провязывать лишний ряд, мы сделаем сразу в этом ряду убавление из 5 петель. И следующее убавление тоже будет у нас в изнаночном ряду из 5 петель. Вяжем вторую часть самостоятельно. Теперь будем приступать с вами к сшиванию плеч. У нас получается цельновязанное вязание, только нужно сшить плечики. Ниточку я оставляла. Если вы не оставили, то вы отрезаете ниточку, прикрепляете к полотну и затем подводите друг к другу лицевыми сторонами. Ниточка у меня осталась вот здесь, поэтому иголку я буду вводить со второй стороны в первую петельку. Вот таким образом. Ниточку вытягиваем и подводим ко второй детали. Теперь со второй стороны в эту первую петельку под нее вводим иголку и выводим под вторую петлю. Вот таким образом. Подтягиваем. Возвращаемся к этой стороне, откуда выходила нить с под первой петли. Вводим обратно сюда же и выводим под вторую петлю. Возвращаемся назад, откуда нить выходила, и под следующую петельку. С другой стороны точно так же. Прошили немного, подтянули ниточку, здесь расслабили и самостоятельно зашиваем весь шов. Ниточку обрезаем и кончики прячем. У нас должно получиться с вами аккуратный шов. После того, когда мы сшили плечики, мы переходим с вами к обвязке проем.
и обвязки горловины и полочек. Я уже обвязала вот это все по кругу. И один рукавчик также обвязала резинкой 1 на 1. Сейчас на втором рукавчике я покажу, как мы будем это делать. Определяем примерно, где у нас середина проймы. У меня центральная часть вот здесь. И отсюда я буду набирать петли. Берем ниточку, спицы номер 3,5, и берем крючок. Можно набирать петли при помощи крючка, можно набирать при помощи спиц. На рукав я набирала 60 петелек, а по горловине и полочкам я набирала, получается, по одной стороне 144 петли, по горловине 60 и по второй стороне 144 петельки. Мы с вами прикладываем ниточку, оставляем кончик и начинаем набирать. Вот с этого места можно набрать 2 петли. Для начала делаем закрепительную петлю. И затем продолжим набирать петли. Сюда же, в перемычку между петлей, я наберу еще одну петельку. И затем в эти места, где у нас шло закрытие каждой петельки, я буду набирать по одной петле. Ввожу крючок под 2 петли косички и набираю петлю. Там, где идет закрытие вот такое продольное, я набираю из этой петельки одну, далее из перемычки. Перемычка находится между двумя петлями. И далее набираю из петли. Таким образом, из 2 петелек мы набрали 3 петли. И так делаем дальше. Из 2 петель мы набираем 3. То есть из петли 1, из перемычки и из следующей петли. Далее идем снова. Из 2 петель нам нужно набрать 3. Из первой петли. Перемычки и следующей петли. Набрали определенное количество петелек и перебрасываем их на спицу. Далее набираем петельки самостоятельно по кругу. У вас может быть больше количества или меньше, все зависит от вашей проймы, но количество петель должно быть четным, так как будем дальше вязать резиночку 1 на 1. Итак, набрала я петельки. Всего у меня получилось 60 петель до плеча с одной стороны, то есть по переду, и 60 петель по спинке. Всего 120 петелек. И теперь мы будем вязать по кругу резинкой 1 на 1 определенное количество рядов. У меня провязано 10 рядов резинкой, плюс 2 ряда полой резинки, и затем петельки я закрывала с помощью иголочки. Сейчас мы провяжем 10 рядов, я покажу, как мы будем вязать полую резинку. Итак, провязав 10 рядов резинкой 1 на 1, провяжем 2 ряда полой резинки. Первый ряд вяжем следующим образом. Лицевую петлю мы провязываем, а изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Вяжем этот ряд до конца. Провязали первый ряд полой резинки, переходим к вязанию второго ряда. Второй ряд будем вязать наоборот. Лицевую мы будем снимать, нить у нас остается за работой, а изнаночную будем провязывать. Лицевую снимаем, нить за работой,
изнаночную провязываем. И так вяжем второй ряд. Когда провязали два ряда полурезинки, переходим на закрытие петелек. Отрезаем нить длиной больше в 3 раза, чем нужно нам петелек закрыть по обхвату. И начинаем закрывать с лицевой петли. У нас первая лицевая петля, нам нужно ее развернуть, снять, как провязываем мы лицевую. За переднюю стенку снимаем, пропускаем изнаночную петлю и в следующую лицевую вводим. Нить подтягиваем. Следующая петля у нас изнаночная. Вводим прямо иголку. Снимаем петлю. И с изнаночной стороны лицевую пропускаем. И поддеваем верхнюю стенку изнаночной петли. Вот таким образом. И проводим иголочку. Ниточку тоже подтягиваем. И далее чередуем. Лицевую вводим иголку, переворачивая петельку, снимаем. И в следующую лицевую. Далее снимаем изнаночную петлю прямо. Пропускаем лицевую и поддеваем с изнаночной стороны стеночку изнаночной петли и проводим нить. Лицевую. Изнаночную. И так делаем дальше самостоятельно. Лицевую. И изнаночную. Сделав закрытие, прячем кончик. И также по всему телу ищем кончики, прячем их. Самостоятельно аналогично ввязываем вторую пройму и затем набираем петельки для планки. Планку я набирала вот с этой стороны. Старайтесь, чтобы у вас на резинке было одинаковое количество петель как с одной стороны, так и со второй. У меня получилось по одной стороне 144 петельки, по горловинке, то есть по спинке, 61 петелька. И по второй части также 141 петля. Всего получилось 349 петелек. Также вяжем резинка 1 на 1, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Первые и последние петельки у меня кромочные. Провязала я 14 рядов резинкой, 2 ряда полой и сделала закрытие. Планку я вязала на спицах также 3,5. Сейчас изделие я постираю, отпарю. И на этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, буду рада на них ответить. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока-пока и до новых встреч!